Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.UA. Сегодня мы рассмотрим двухполосную коаксиальную акустическую систему от компании Cadence, модель AQ422. Акустика размером 10 см, поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Каждый динамик у нас упакован в отдельной коробочке, такой небольшой. В комплекте есть размерная сетка, по которой вырезается посадочное место под динамики, небольшая инструкция с гарантийным талоном. Данная акустика идет с проводами подключения сразу в комплекте и также саморезы для фиксации динамика в посадочном месте. Имеются защитные сетки также у данных динамиков. Вот так вот они выглядят. И второй динамик. Данная акустика номинальной мощностью 30 Вт, пиковая мощность 75 Вт. Посадочная глубина довольно-таки небольшая, всего 4,5 см. Подключение стандартное, плюсовая и минусовая клемма. Корзина штампованная из стали, диффузор из полипропилена. Второй динамик абсолютно идентичен, также с защитной сеткой. Сопротивление данных динамиков 4 Ома, чувствительность 87 дБ. Дополнительные характеристики и стоимость данной акустики вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.